джентльмены не удержались от этой эстетики просто фантастической и решили сделать с ближнего расстояния фотографии и помечтать о стоянке тут возможно. Какие-то вот, что это за это, желтые цветы или листья уже желтеют? Наверное, листья желтеют. Утесы просто морские, причем там есть проход, на него можно вполне залезть по пологой, он вполне доступен, короче, для этого, для обзора плоская вершинка там с травой. Ну ближе не стоит, Саш, уже как бы это, подводная хрень ее знает, там что торчит. Упавшее дерево умерло. Зубец, прям стена такая отвесная. Верхний рез воды, вот видно, да, когда большая вода, то есть насколько она поднимается, где-то на 2 метра выше, чем сейчас. 3-метровый уровень, например. И вороны по нашу душу, блин, прилетели высматривать. Кишмянаты. Ну да, уже. Так же вода течет, едешь некуда, замерзает, пробивает этим самым расширением. Южная тайна, соответственно, играет на расширение, сжатие выбивает. Надеюсь, вы довольны, зрители, вот такой вот 5-минуткой. Какой-нибудь тип Антон Чик. Сколько глубина, Саша? Ну, не так глубоко, кстати. Что говорит о том, что дно скальное тут. Что если бы оно было песчаное, то было бы глубже. Ой, сколько их налетело, а? Раз, два, три, шесть, пять, один сверху шесть. Вот откуда мы пришли. Из-за тех вон горы. Там погода другая даже. Дождик идет.